Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошла презентация библиографического справочника «Литературная Карачаево-Черкесия». В электронной книге собрана информация обо всех писателях и поэтах, чье творчество можно считать частью наследия народов нашего региона. На мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Основоположники национальных литератур, члены Союза писателей, люди, в чьих произведениях прослеживается наследие культуры и искусства народов Карачаево-Черкесии. Все это теперь собрано в электронном библиографическом справочнике, который был презентован в Республиканской библиотеке. Как сказал руководитель учреждения Салых Хапчаев, для создания антологии пришлось изучить огромное количество материала. Итоговый результат еще требует некоторой доработки. Однако стоит учесть, что ранее в республике ничего подобного не имелось. И предстоящие в нынешнем году мероприятия помогут собрать еще больше информации. Мы будем работать с известными писателями, людьми Карачаево-Черкесии, поэтами, композиторами, художниками. Сегодня то, что вы оставляете такое наследие, это огромная вам благодарность. В электронной книге собрана информация о 400 творческих представителях народов Карачаево-Черкесии, чьи произведения считаются национальным достоянием. О важности сбора и сохранения данных говорили все участники мероприятия. Нашим читателям запомнились встречи с Лейлой Абубекировной Бекизовой, Назиром Ахьяевичем Хубиевым, Валерием Сиперовичем Казаковым, Владимиром Петровичем Романенко. Ну, роль национальной литературы всегда очень велика. Это каждый народ гордится своими писателями, поэтами, стремится сохранить, через литературу сохранить язык. Люди, информация о которых размещена в антологии, оставили след в различных видах искусства. Впоследствии их произведения легли в основу театральных постановок, песен, картин художников. Возможно, когда вся имеющаяся информация будет окончательно систематизирована, свет увидит и печатное издание литературного справочника. Артур Мхце, Асан Найманов, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.